Приветствую, уважаемые! Вы на канале Путь режиссера, с вами Эндрю Браун. Сегодня мы поговорим о 5 ошибках в видеомонтаже. Первая, самая главная ошибка – это отсутствие структуры. Сейчас это достаточно нередкое явление, когда видео не содержит какого-либо особого смысла или структуры повествования. Все потому, что мы гонимся за эффектами, переходами, фишками, но игнорируем целостность повествования, драматургию и первостепенную цель вашего видеоролика. Если это история о веселье, покажите сначала грусть. Если это продукт или услуга, покажите какие-либо отличия. Это может быть интерьер, это могут быть мастера, дополнительные услуги или пешая доступность. Рассказывая обо всем этом, создавайте динамику, развитие, конечную кнопку, которую зритель с радостью нажмет после просмотра вашего видео. Не растрачивайте его время на пустые бессмысленные кадры. Двигайте историю, делайте какие-либо динамические повествования, американские горки, как угодно, но не оставляйте структуру без внимания. Вторая фундаментальная ошибка – это игнорирование принципов монтажа. Я думаю, некоторые из вас уже знакомы с принципами по крупности, ориентации в пространстве, свет, цвет и так далее. Подробно вы, конечно же, можете посмотреть у меня на канале, но есть один нюанс. Существуют исключения из правил, как обычно. Вы видели музыкальные клипы, какие-то рекламные ролики, где сохраняется какая-то одна, допустим, крупность, человек идет со спины и на протяжении 30 секунд просто меняются локации, но он все еще идет в одной и той же крупности, но со спины. Такой вариант, он допустим, потому что он продуман, он изначально заложен в структуру. Но когда вы это делаете не специально, а без умения, просто-напросто вы сохраняете одну и ту же крупность, но только вы не создаете какой-то один понятный образ, то есть вы делаете все просто наобум, у вас меняются кадры, но не меняются крупности, у вас какие-то скачки происходят постоянно в видеоролике, то, конечно же, это показывает ваше неумение и незнание этих правил. Поэтому изначально, когда вы понимаете полную структуру и умеете ее на практике применять, тогда вы можете вводить такие запланированные вариации и исключения, как я уже рассказал ранее. Третья ошибка монтажа – это бессмысленные кадры. Что я имею в виду? Если ваши кадры не дополняют, не усиливают и не помогают истории двигаться вперед, тогда это является просто мусором. И его, естественно, нужно выбросить. Но существует ряд исключений. Если вас, допустим, на репортажной съемке просят снять то, что не относится к прямому репортажу, допустим, или открытию магазина, или обзору какой-то техники, или что-либо еще, вас просто просят, сними вот это вот, пожалуйста, мне это нужно. И вы вставляете это в видеоролик, оговариваете это с заказчиком. Тогда это да, но если вы снимаете рекламную историю, имиджевую историю, серьезный проект, и вставляйте кадры по типу человек, снимающий на телефон события, пол, потолок или неодушевленные предметы, которые не относятся к продукции или видеоуслуг, которые вы рекламируете, то вы, естественно, совершаете данную ошибку. Поэтому лучше ее не допускать. Четвертая ошибка монтажа – это отсутствие саунд-дизайна и нецелесообразное музыкальное повествование. Что имеется в виду? Когда вы смотрите видео и там совершается определенное действие, то вы хотите слышать соответствующий звук. Так? Так. Естественно, все это понятно. И таким образом вы усиливаете вовлечение вашего зрителя на ваше видео. Когда вы игнорируете этот процесс, то все, что происходит на экране, проходит мимо зрителя, потому что все, что он воспринимает визуально, не подкрепляется аудиально, и, соответственно, в этом нет никакого положительного эффекта. Но если вы используете в своем видеоролике нецелесообразное музыкальное сопровождение, а что я имею в виду, это, допустим, вы снимаете видеоролик для детского магазина одежды и вставляете в качестве музыки Рамштайн, то, конечно же, вы вызываете этим достаточно непонятные ощущения. И, возможно, в какой-то другой вариации это может сработать, но в данном случае каждое ваше видео и тип вашего видео должен соответствовать музыкальному сопровождению, вернее его настроению и динамике, что немаловажно, потому что вашей структурой, вашими принципами монтажа и когда вы уберете все бессмысленные кадры и примените саунд-дизайн и поверх этой всей истории
наложите качественную музыку, тогда все это заиграет уже интересными красками. Пятая ошибка – это использование излишних переходов и эффектов. Когда у вас есть структура и проработанный продакшн со сценарием и концепцией, вы знаете, когда вам нужно использовать эффекты. И вы готовитесь для этого, вы используете практические эффекты и потом уже добавляете графику, чтобы это все смотрелось целесообразно. Но когда вы просто снимаете что-либо угодно, а потом думаете, ну, потом как-то поправим это все, добавим каких-то эффектов, фильтров, тогда получается именно эта каша, которая зачастую просто-напросто, ну, не создает того впечатления или профессионализма, которые вы, возможно, ожидаете. Поэтому не используйте излишние переходы, эффекты, не качайте тысячу лутов от различных производителей. Научитесь создавать ту самую базу, используя структуру, используя принципы монтажа, убирая бессмысленные кадры и не снимая их вовсе, используя саунд-дизайн, подбирайте качественную музыку и, естественно, пользуйтесь теми эффектами, которые вы продумываете еще на этапе предпродакшна. Но на этом, пожалуй, все. Это были 5 ошибок в видеомонтаже. Подписывайтесь на канал, если видео было интересно. Поставьте вот такие штуки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы присылали уведомления. А с вами был Эндрю Браун, канал Путь режиссера. До новых встреч!